генеральный партнер проекта ООО «Торговый дом «Снежный город». Слышите, как заливает соловьем? А добавить к этому красивую внешность, стройную фигуру и изящную походку? Видите, что получается? Вот и мы и видим. Такие они у нас, участницы проекта «Топ-модель по-детски». Умные, красивые и талантливые. А других и не берем. В полуфинал проекта «Топ-модель по-детски» вышли только лучшие из лучших. И одна из них – воспитанница продюсерского центра «Фабрика талантов» Дарья Чернышова. Кстати, именно на «Фабрике» продолжается наше самое творческое испытание для начинающих моделей. А Дарья и правда очень хороша и очень мечтает о победе. Признается, что у нее есть все шансы. Я хожу на «Фабрику талантов» на бальные танцы. Я пою, танцую 6 танцев. Я очень хочу победить за улыбку, за красивые танцы, за хорошую проходку, рассказывать о себе. Тебе понравилось участвовать в проекте «Топ-модель по-детски»? Да, мне очень нравится. Потому что я хотела, чтобы меня всегда показывали по телевизору, чтобы меня в газетах писали. Мои друзья, моя бабушка с дедушкой, мама с папой обсуждают то, что я хорошо пою, хорошо танцую и, ну, проходка хорошая, говорят. Еще одна яркая звездочка «Фабрики талантов» и, безусловно, нашего шоу – Валерия Богданова. Лера, расскажи нам, какой ты творческий номер подготовила для финала проекта. Я подготовила очень хорошую песню, потому что, ну, раз она у меня не очень получается, то нужно с нашим тренером по пению ее хорошо отрабатывать, и поэтому я хочу спеть именно ее. Попугайчик на свет появился, он еще не совсем оперился, а уж споры звучат, не смолкая. Как назвать малыша-попугая? Галатей, Прометей или Даня? Галилей, Бармалей или Ваня? Может, Броня, а лучше Тимур? Попугай заорал караул. Как ты думаешь, почему творческие навыки очень важны в этом проекте? Модель должна не только ходить по подиуму, но у нее должно быть много хороших данных – пение, танцы и все такое. Это хорошо поможет, например, в фотосессиях. И я должна показать свои лучшие данные, чтобы победить. Мне очень хочется победить, потому что я поеду в Москву. Я там ни разу не была, потому что я лучшая. Мне очень нравится на топ-модель по-детски. Тут я научусь нового. Я узнаю секреты модели. Я научилась правильно ходить, держать осанку и улыбаться на сцене. А смотрит ли по телевизору тебя твоя семья? Кто тебя поддерживает? Меня поддерживают мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, тетя и дядя. В школе никто не знает об этом. Мама запретила кому-то это говорить. А эту песню вы наверняка знаете уже наизусть, но тем не менее. Еще одна наша маленькая звездочка Вера Заболотникова выбору своему не изменяет, как на кастинге, так и на финале. Настоящая модель должна ходить по подиуму. Если модель поет или танцует, это хорошо. Я давно пою в студии «Фабрика талантов». Я пою дома для мамы и папы, а я еще люблю танцевать. Я настоящая звезда, потому что я красивая. А красота, как известно, спасет мир. И мы двигаемся дальше. Помните на кастинге зажигательную песню «148 принцев»? 148 принцев съехало к дворцу, 148 принцев мне цветы несут,
Так вот, Маша Иванова подготовила для нас еще одну любимую композицию. Расскажи нам, какими талантами должна обладать настоящая модель? Ну, она должна красиво позировать, и, ну, она должна петь и танцевать. Мне очень понравилось участвовать в проекте, потому что интересно, и мне в нем нравится. Мне очень понравилось на фабрике талантов. Мы учили танец. Моя песня понравилась членам жюри. Я хочу выиграть проект, потому что очень хочется, и потому что я шустрая и всегда смеюсь. У каждой из участниц свой взгляд на то, какими качествами должна обладать победительница нашего проекта. И совсем скоро мы узнаем ее имя. А в следующем выпуске мы расскажем, с какими номерами конкурсантки будут бороться за корону в финале. А если и у вас дома растет настоящая маленькая звездочка, которая по каким-то причинам не стала участницей проекта «Топ-модель по-детски», но вы уверены, что ее или, может быть, его ждет большое будущее, связанное со сценой, то самое время прийти в продюсерский центр «Фабрика талантов». Здесь каждого ребенка обучат по таким направлениям, как эстрадный вокал, хореография, поющий английский и актерское мастерство. На «Фабрике» каждый ребенок станет настоящей звездой и будет светить на лучших сценах города. Участвовать в крупных праздничных концертах и конкурсах профессионального мастерства. Звоните и записывайтесь уже сегодня. А попробовать свои силы можно уже сейчас. Фабрика талантов объявляет набор на летнюю смену. Прослушивания пройдут 2 июня в 11 часов и 4 июня в 17 часов в досуговом центре КГУ. Чтобы сохранить силы для будущих свершений, главное – вовремя подкрепиться. Выбирайте вкусную и натуральную продукцию от компании «Снежный город». Пельмешки, чебуреки, пирожки, вареники, котлетки и другие полуфабрикаты класса премиум позволят утолить голод в считанные минуты. Все свое, родное, натуральное. Спрашивайте продукцию компании «Снежный город» в магазинах «Курганом».